Здравствуйте, меня зовут Сиитова Зауре, я преподаю в Национальном университете искусств, и предмет, который я преподаю, это игра на скрипке. Все знают, что скрипка – это один из самых популярных и древних инструментов. Свое настоящее обличие, как сейчас скрипка, она приобрела в XVI веке, но до этого скрипка была как народный инструмент. В XIV, в XV веках на скрипке играли бродячие музыканты, менестрели. И поэтому скрипка имела разные названия. У каждого народа инструмент назывался по-разному. Но, тем не менее, объединяла их всех тех скрипка тем, что играли на каких-то народных праздниках, мероприятиях, связанных с окончанием сбора урожая или еще какие-то такие народные праздники. Что можно сказать о скрипке, которая из древности к нам пришла, и она сформировалась уже в настоящий инструмент и является королевой оркестра. Одним из главных мастеров, который донес скрипку в таком виде, который мы сейчас видим, это знаменитый итальянский мастер Антонио Страдивари. Антонио Страдивари творил в Кремоне. Это такой регион Италии, где произрастают невероятной прочности деревья, из которых, собственно говоря, и создавался инструмент. История создания инструментов и дошедших до наших времен инструменты сейчас являются действительно уникальными, и они по-настоящему являются произведениями искусства. И до сих пор даже так и не найден секрет настоящего и звучания скрипок Страдивари, поскольку много мастеров пытаются найти этот секрет, но так этот секрет и не найден. Вот передо мной инструмент, он французского мастера, к сожалению, название, то есть имя мастера я не знаю. Вот. Из чего состоит скрипка? Скрипка имеет такую вот гитарообразную форму, в которых есть две F-ы, они в виде латинской буквы F, они резонируют звук. Теперь вот верхняя дека, она обычно, в общем, делается из сосны. Задняя дека скрипки, она делается из клёна. Качество инструмента, его звучание целиком полностью зависит от того, как дерево было высушено, насколько мастерски оно было, конечно, произведено. Теперь, значит, здесь вот этот вот гриф, он делается из черного дерева или из эбенового дерева. То есть это очень прочное дерево, которое позволяет использовать скрипку очень-очень долгие годы, можно сказать, десятилетия. Здесь есть подгрифок, который связан подставкой, и в свою очередь подставка соединяет подгрифок с головкой скрипки. Здесь у нас есть колки, которые натягивают скрипку, натягивают струны до нужного звучания. Скрипка имеет квинтовый строй. Самая нижняя струна – это соль, и дальше, соответственно, струна ре, ля и ми. Чем цена скрипка как инструмент? В первую очередь тем, что у нее невероятный богатое звучание в смысле диапазона.
Теперь скрипка, конечно, всегда была цена еще тем, что она звучала как человеческий голос. У нее очень мягкий звук. Причем звук может быть разнообразный. В верхних регистрах это очень звонкий, очень такой пронизывающий звук. А в басах, например, на струне соль, звук очень бархатный. Поэтому возможности скрипки в этом смысле безграничны. Сейчас у нас, мы живем в век, когда скрипка еще стала ближе к народу, ближе к простым людям. Почему? Потому что интернет позволяет возможность нам заглянуть в любой концертный зал, послушать запись любого исполнителя. И таким образом мы уже видим, как скрипка практически входит в каждый дом. Сейчас это очень популярный инструмент. Если посмотреть, то международные конкурсы, которые сейчас проводятся, по количеству международных конкурсов именно по скрипке, пожалуй, наиболее, ну, может быть, еще конкурсы вокальные, по количеству конкурсов, которые проводятся во всем мире. И участников очень много, потому что популярность скрипки велика. Как я уже говорила, скрипка имеет большой диапазон звучания. Все зависит от того, на какой струне мы играем и какое звучание мы хотели бы передать. Если нам нужен бархатный, глубокий звук, то, конечно, басовое звучание или звучание на струне соль позволяет нам это передать. Ну вот, я просто сейчас могу сыграть несколько нот на струне соль. Видите, звучание, оно в какой-то степени имитирует человеческий голос. Причем именно низкие регистры, может быть, это альт или даже баритон. Верхние регистры, они больше такого звонкого какого-то звучания. В нем есть некоторая пронзительность. И в то же время можно сделать аналогию со звучанием, допустим, флейты. Такой чистый, прозрачный и серебристый звук. И, конечно, поскольку скрипка является виртуозным инструментом, то, конечно, вот именно верхние регистры часто используются для игры гомообразных пассажей всевозможных или пассажей арпеджио, которые, так сказать, нужны для передачи каких-то виртуозного произведения. Вообще, игра на скрипке – это довольно сложная, даже не столько игра, а обучение на скрипке – это довольно сложный процесс. Вот не зря у нас игре на скрипке детки начинают учиться с 6-летнего возраста. И вот 6 лет они приходят, начинают осваивать инструмент вначале, как его просто держать. Потому что держание инструмента и движение в правой руке – это абсолютно разные движения. В этом смысле для нас важно, чтобы у нас была координация. Вообще координация рук – это один из самых главных элементов. Кроме того, что у нас, конечно, у детей, которых мы принимаем, должен быть музыкальный слух, у них должна быть хорошее чувство ритма, память. Координация рук, она позволяет свободно владеть независимо от правой руки, левой рукой и наоборот. Когда к нам приходят ребята, первоклассники, мы вот вначале учимся только держать инструмент и координировать. Вначале учим движение только левой руки. Потому что это наиболее, как бы, более для них простой и, может быть, понятный
момент. Потом они начинают, отдельно учим движение в правой руке. Что делает смычок? Вот я когда говорила про скрипку, я не сказала, что у нас есть смычок. Почему называется струнно-смычковый инструмент? Потому что смычок, он извлекает звук. Если, например, на балалайке или на дубре, это инструменты щипковые. И звук производится с помощью того, что струна колеблется, вернее, ее щипают, она колеблется, и происходит звук. И особенность этих инструментов, что звук не тянется. А игра на скрипке или вообще на смычковом инструменте, в данном случае это может быть и виолончель, и альт, звук тянется. То есть звук, он имеет свойство быть совершенно безграничным. В зависимости от того, сколько длительности я тяну. Я могу тянуть, например, там 2/4, 4, а может быть, мне нужно тянуть там, допустим, 8 долей. И я тяну звук, и он не прекращается. Вот, например, я веду звук. Только когда я снимаю смычок, звук останавливается. А, например, такой инструмент, как фортепиано, или, как я вам уже говорила, щипковые инструменты, этой способностью не обладают. Поэтому, когда мы учимся играть на скрипке, у нас идет как бы параллельная работа над движениями левой руки, потому что здесь мы ставим пальцы, и пальцы мы ставим подушечками на струну. Здесь есть свои особенности, потому что подушечки, они должны достаточно плотно прижиматься, но при этом рука должна оставаться абсолютно свободной, потому что движение по грифу или по, в позициях, оно предполагает абсолютное свободное падение пальчиков. Плюс к этому, конечно, слух позволяет нам, поскольку у нас нет здесь клавиатуры, мы должны учиться ставить пальчики так, чтобы они соответствовали данному звуку. Вот, например, у меня открытая струна ре. Теперь мне надо сыграть ноту ми. Это будет первый пальчик. Теперь нота фа. Я ставлю фа. Здесь у меня между ми и фа большая секунда, поэтому расстояние между первым и вторым пальчиком достаточно дальнее. Теперь нота соль. Она имеет полутон к фа диезу, поэтому я ставлю рядом. Четвертый пальчик ля. То есть, видите, когда мы учим детей овладению инструментом, первое, что мы делаем, это мы учим правильно ставить пальцы. Потому что, как я повторяюсь, к сожалению, у нас нет клавиатуры, и поэтому от того, насколько правильно и насколько точно мы поставили пальцы, будет зависеть и частота интонации, и качество звучания. После того, как ребенок или ученик уже осваивает более или менее гриф, как мы говорим, гриф или игру на грифе, у нас включается работа в правой руке. Правая рука – это смычок. Это так же, как у дирижера его дирижерская палочка. То есть смычок, он позволяет озвучить все то, что делается в левой руке. Я хочу сказать, что если есть желание, то овладеть игрой на скрипке можно. Конечно, это зависит в первую очередь от того, насколько, как рано вы начнете заниматься на скрипке. И, естественно, результат и успехи будут, конечно, больше. Но в любом случае, в каком бы вы возрасте ни начали играть на скрипке, игра на инструменте приносит большое удовлетворение. Она дает возможность вам почувствовать, что вкладывал композитор, когда писал, насколько он был в том состоянии, чтобы вы почувствовали, какие эмоции он переживал. Поэтому я думаю, что в любом случае игра на любом инструменте, в том числе на скрипке, обогащает вас изнутри. В завершении занятия я вам сыграю небольшой отрывок из произведения Никколо Паганини «Кантабиле».